17 июня 2023 года, и я вышел на рыбалочку на озеро Бобровое. По пути заметил грибы в лесу, на обратном пути соберу. Это шампиньоны. А пока пару-тройку часиков попробуем порыбачить. Дай нам сегодня рыбы столько озера Бобровое, сколько тебе не жалко. Время минут 15-6, клёва нет, зато полно комаров. А я, как назло, антикомарин дома забыл. Плюс дождь усиливается. Наверное, я минут через 10 все-таки пойду домой. По пути шампиньончиков подрежу и пойду домой. Все, ребзя, клёва нет сегодня на озере Бобровом. На речку мне идти неохота. Я пошел домой. Рыбалка сегодня длилась всего полчаса. И на этом все.